с нами с первого года приобретения дачи. Так что подписывайтесь и жмите собака на колокольчик. Собака не будет щипать костями, так собака будет просто посмакует. Это для нее смак косточки. А хлебом и кашами, как вы пишете, пусть кормят хозяева этих собак. Вот вы же не знаете, да, наш канал, вот, пишут совершенно какие-то чужие, другие-то незнакомые люди. И вы рассуждаете, ребят, ну, если вы это, хотя бы тогда уже просмотрите там наши видео, парочку, что мы из себя представляем. Ну, сюда, вот, чуть-чуть ко мне. Ну, а то ж у нас два леса не маленьких. Не помещает. Так что дачная жизнь закипела. Фу, паутину где-то поймала, а руки грязные. Смотрите, руки. Ай-на-на-на-на-на-най, ай-на-на-на-на-на-най, дачные руки. Вот, и вот. В общем, потихоньку, когда приехали, глаза разбежались. Думаешь, куда бежать, что делать? Как будто уезжал, ничего в прошлом году, в прошлом сезоне, все, значит, весна пришла. Весна пришла, ребята, осы летают, бабочки, пчелы, какие-то мошки. Все, жизнь началась, дачная жизнь. У Сани вообще сгорела, мама вроде, шея у нее, но ее покусали комары. Комары полным ходом. Всем большой привет. Вторая наша вылазка на дачу. Вот, приехали поработать сегодня. Фронт работы большой. Обрезка малины, клубники. В общем, все надо чистить, все надо убирать, потому что с этими карантинами все у нас уже полный рост пошло. Все буду показывать, рассказывать. Сегодня еще будет шашлычок у нас. Ну вот. Так что мы на даче. Кому интересно, оставайтесь с нами. Так, ну что, ребятки, сейчас немножко надо мне убрать беседку, чтобы там могли уже как бы сидеть, отдыхать. Сашонок мне наберет воды. Вот. И потом начнем заниматься огородом. Так, ну что, мои дорогие, с работы полным ходом. Мама вон уже в малине, а я пошла в клубнику. Так что пожелайте нам удачи, мы с орудиями труда. Так, ну вот, началась борьба с одуванчиками. Видите, вся клубника в одуванчиках. Вот обработала две грядки. Осталось еще две. Мамуська малину. Уже решили половину малины оставить, половину всю выкопаем, потому что она не плодоносит. Все уходит. Видать, какой-то сорт другой. Он даже не знает, что за сорт. Но все, обрезали малину. В общем, дела идут. Потихонечку дела идут. Зашел у нас чесночок. Весь зашел. Вот. Осталось только снять у тебя. А? Что ты там творишь? А? Зачем меня снимать? А что, ты давно не была в кадре? Ты прям как настоящая чеченка сегодня. Да? С подвязанным платочком. Да? Да? Никуда не денешься. Но... Кровь никуда не денешься. Чего ты решила? Вот эти два куста? Ага, вот эти два куска. Вот этот и вот это, да? Смотрите, у нас зацвела жимолость. Кое веки. Вот посадили в том году. У нас вон там дальше сидит жимолость. Вот она. 4 года сидела, ни разу
не цвела в этом году. Вернее, по осени сосед нам дал. Жимолость, вот я ее... Ой, блин, думала, клоп или клещ ползет по шее. Вот посадили вот еще два кустика. И вот, смотрите, и наш зацвел кустик. И вот кустик зацвел. Но разный сорт. Ну, разный, да. Ну, ничего. Но это хорошо, что они разные. И они рядом сидят. Ну. Это хорошо. Так что. Что разное. Ну, все, принялось. Угу. Пойдем, мам, отдыхать. Вот в том году два кустика малины. Не знаю, что за малина, сказали. Сорт крупный. Но она принялась в том году прям еле-еле. Но посмотрим. Будет свисти, не будет. Сейчас мы ее тоже пересадим туда. Все, чтобы было в одном малиннике. Вот такие вот пироги. Дела идут? Идут. Пойдем отдыхать. В общем, вот такие вот дела. Все потихоньку, смотрите. Смородина. Надо обрабатывать смородину, потому что муравьи сейчас первая зараза. Но это вот надо будет, наверное, на неделе приехать и будем обрабатывать. Так. Все, в палисадник еще не лезло. Яблонька. Яблоня вся цвету, ну не знаю. Если не даст мороз. Вот ветка подмерзла. Сейчас будем еще чекрыжить, делать кистергенски наши яблоньки. Чуть-чуть ее надо подкромсать. А так прям вся в цвету. Но пока еще, конечно, не цветет. Все, в земле поработала. Голос мой начал садиться. Санек немножко прибрал. Ой, во дворе. Ой, как хорошо. Саш, побрызгал, да? Да, побрызгал. Фух. В тенек уйду. Ой. Вот такие вот дела, ребятки. Короче, полным ходом работа движется, идет. В домик еще не заходила. Паутину где-то поймала. А руки грязные. Смотрите, руки. Ай-на-на-на-на-на-най. Ай-на-на-на-на-на-най. Дачные руки. Вот. В общем, потихоньку, когда приехали, глаза разбежались. Думаешь, куда бежать, что делать? Как будто уезжал, ничего в прошлом году, в прошлом сезоне ничего не делали. Такое было. Но ничего, потихоньку с одного угла начали. И вперед, в общем, так немножко Саня тут во дворе. Я беседку помыла, прибралась так, чтобы нам вот днем было где посидеть, где укрыться. Вот, в домик еще не заходила. Ребят, не заходила в домик, еще пока не готова туда заходить. Но планируем на следующие выходные делать генеральную уборку в доме. Стирать, все мыть, убирать. В общем... Вот такие вот дела. Посмотрите, какая елочка. Смотрите. Красота. Вот когда начинает только-только. Вот видите, бутончики. Бутончики. Все, значит, весна пришла. Весна пришла, ребята. Осы летают, бабочки, пчелы, какие-то мошки. Все. Жизнь началась, дачная жизнь. Чё, Сашёнок? Сейчас передых, дальше ещё. Передых, да. Вытащил матрас. Ну, пусть они, Саш, тут пока лежат. Спасибо. Старенькие, правда, но ничего, мы их застелим. Спасибо. Вот наш колокольчик. Санёк, что-то тут. Висел. Ага. Всю зиму, да. Да, с наш первого года приобретения дачи. Так что подписывайтесь и жмите на колокольчик. Вот так, ребятки, потихоньку. Сань, ты где шашлычная, да, там прибрал немножко? Чуть-чуть так прибрал. Сегодня будут у нас шашлычки. Вот.
Так что... Ой. Так что, ребятушки... Так что убираем мы все. Началась дачная жизнь. Планируем на следующие выходные приехать. Там будет 9-е, 7-е, 8-е, 9-е, 10-е. Мы отдыхаем там 4 дня. Да, будем здесь, наверное. Мы планируем, да, приехать, наверное, на следующие выходные. С ночевкой, с Муську возьмем. Рука трясется. Надо штатив принести. Ну все, ты сюда вот чуть-чуть ко мне. Ну, а то ж у нас два леса не маленьких. Не помещают. Так что дачная жизнь закипела. Все, начали. Так, ну все, вот обработали эту сторону, где жимолость, где малина. Вот обновили малину, потому что малина показывала в том году, кто следит за нашим каналом, что малина, у нас непонятно, что с ней происходило. Вот досадили новые кустики. Сорт не знаю, потому что дали по знакомству. Вот. Ну, посмотрим, что будет. Вот это вот дальше малина. Она, конечно, хорошая, вкусная, крупненькая. Вот. Никак мы дорожки не зальем. Ну, все со временем. Хотя бы такая вот транспортерная лента спасает. Сейчас вот Саша еще подвяжет вверх. И будет все окей. Так, что? Клубнику обработали сегодня. Так, мусор. Ой, где все пособирали. В общем, вот такие вот дела. Купили сегодня вот огурцы. Почем у нас огурцы, Саш? Как пробка? 600. Дым идет весь сюда. Ну, я как ежик в тумане. Мам, пойдем уже, хватит там это. Мама истребитель одуванов. Она ходит с тяпкой. По-деловому так. Истребляет одуванчики. Вот. Все, сегодня фронт работы. Что наметили, мы сделали. Саш, подвинь чуть-чуть сюда. Вот. Так что, не знаю, опять у нас проблемы со светом. Уже как это все достало. Каждый год приезжаешь, и каждый год одна и та же песня. Решайте сами. Не знаю. Саша, иди пили ветку. Так, иди пили ветку, значит. Вот, а соли нету, да? Есть. Ну, вот такие вот дела, короче. Вот морковка. Маманя там с Саньком пошли что-то пилить какую-то ветку. А, яблоню. Яблоню. Вот. Такие вот дела. У нас будет вот салатик. Ну, стол я вам покажу, что у нас будет. Сегодня заехали, купили готовый шашлык. Ну, прям, знаете, вот. Мясо. Сплошное мясо нам понравился. Вроде как пахнет хорошо. Сейчас... Огонь прогорит, ну прям куски огроменные. Вот. Что еще рассказать вам? Погода вообще шикарная. Сегодня даже не знаю. Сегодня сколько градусов? 25. 25, но на солнце, наверное, все 35.
О, погода прям сегодня, и ветра так особо нету. Вот у нас позавчера был ветер. Вообще невозможно было. Вот мы приезжали, когда на дачу на этой неделе мы... Ну, просто проехали посмотреть, что у нас тут с Добеньком. Вот. И был ветер ужасный, ветрище прям. Невозможно. Пыль, дождей нету. У нас вообще зима и сразу весна. Даже не то, что весна, а сразу жара. Вот. Сейчас мы насадим. Будем. Не будем, так сказать, отмечать. Открывать дачный сезон. Вот. Ну, шашлык прям не жирный. Хорошо, прям мясо, сплошное мясо. Брали, знаете, где? Кто с Караганды? Брали под Джамбула. Магазин называется Натали. Там у них мясо привозят. Как читала, там очень вкусное, кстати, и мясо, и по ценам нормально. И вот они, оказывается, маринуют шашлыки. Саш, почем шашлык килограмм? 2000. 2000 килограмм шашлыка. Ну, тут мякоть сплошная. Ну, конечно, дороговато. Но мы спонтанно так, даже не собираясь сегодня жарить шашлык, решили пожарить. Как же первый день работы на даче и не пожарить шашлыка. Но это же грех. Это грех. Что хочу сказать вот по поводу видео у нас было, когда мы обнаружили воровство. Сколько пишут собаки, да? Были видео собаки. Мы их зовем Бобик и Тобик, потому что, ну, мы их так зовем. У них другие клички, у них есть свои хозяева. Их кормят хозяева. И зимой они тут живут. Это хозяйские собаки. Вот. Мы им иногда привозим косточки, а почему бы и нет? Почему собака живут вот так, костями. Так собака будет просто посмакует. Это для нее смак косточки. А хлебом и кашами, как вы пишете, пусть кормят хозяева этих собак. Вот вы же не знаете, да, наш канал, вот пишут совершенно какие-то чужие, другие-то незнакомые люди. И вы рассуждаете, ребят, ну, если вы это, хотя бы тогда уже просмотрите там наши видео, парочку, что мы из себя представляем, да. Мы, наоборот, защитники животных, наоборот, вот если вот так бывает, кто-то заводит живность, да, летом на даче, а потом уезжает и бросает. Я бы сама таких людей вот бросила на истерзание зимы. Зачем вы такое пишете? Собаки всю жизнь ели. Или вам что-то вот никогда не осуждал. Я не осуждаю этих, ну что ты, Саша? Я не осуждаю этих людей, конечно. Каждый человек по-своему там видит. Но вы же не знаете нас, не знаете нашу жизнь, да, и вы вот пишете, что лучше сварите им кашу и накормите кашей. Есть у них хозяева, которые кормят кашей, а мы будем им возить косточки. Сейчас вот повезем на обратном пути, покормим шашлыком. Что вы пишете, люди? Не надо. Я не обижаюсь на вас, конечно, но не надо, не стоит такие вещи писать. Не все собаки едят кашу. Да, поэтому... Кость, всю жизнь собаки... Потом забор, я просто, ну, хочу ясность нести. Забор, когда мы проезжали, застряли. Мы не помяли этот забор. Смотрите внимательно видео. Мы подъехали к этому забору. Забор уже был мятый. А мята был, видать, сугробом выдавленный. Никто, вот. Никто не пострадал. Поэтому никто не пострадал. Мы не виноваты в этом. Смотрите внимательно видео. Ну, вот что я хотела сказать. Конечно, много есть сказать мне, но сейчас не хочу.
говорить. Пусть это будет у людей на их совести. Правда же? А у нас сегодня открытие дачного сезона. И мы сегодня просто кайфуем. Вот сейчас вот сижу, ноги дрожат, поясница болит. А все равно на душе приятно. Приятные какие-то вот эти вот. Не хлопоты, а труд наш приятен. Так что, ребятки, покупайте дачу, покупайте. Это настолько приятно. Отдыхаешь душой, физически, ну и телом, конечно же. И, конечно же, за таким столом потом вот так посидеть, почайковать. Шашлычок, кто пиво у нас. Поэтому берите дачку. На ней и трудиться надо, но и отдыхать тоже надо. Так что, такие вот дела, лицо, видите, сгорело. Ну что, ребятушки, вот наш, ждем. Вот мясо. Имейте в виду, на Джамбула не реклама. Сами берем там всегда мясо, как читала. Но вот делают они шашлык. Ну, может быть, с майскими праздниками связано, поэтому. Обычно мы сами маринуем, но так это спонтанно сегодня решили. Что у нас? Салатик. Хлебушек, сальцо. Это мамин посол. Так, это вот лепешки. Чудо вчера делала. Конечно, их подогреть бы. Потом делала вчера вот такие вот. На, мам, попробуй. Они с сахарной пудрой. Как их называют? Ну, просто как чаю. Лучок по яичку, по яйцу. Ну, мамуська-то чуть какие-то прянички. Кетчуп, чаек в термосе. Света нет, поэтому в термосе. Вот такой вот у нас стол. Все, ждем теперь шашлыка. Пучок шашлычку. Открыли розы. Мама обрезала. Не знаю. Отойдут, не отойдут. Четыре куста вроде как живые, а остальные что-то никак. Он дикий лук выпустил. Бомбончики свои. Немножко вот коническую елочку побила морозом. Вот. Можжевельник нормально себя чувствует, ничего с ним, все хорошо. А вот елочку побило немножко. Вот. Ну все, вот так вот немножко мы прибрались во дворе. Все, все сидят, ждут. Ждут, Санек, когда костер? Уже сейчас скоро. А? Сейчас скоро будет. Все, теперь можно приезжать. Самый такой вот, то, что первый мусор, все убрали. Там еще лишайник надо будет. Почистила все вот эти горшки свои под цветы. Все. Ну вот как-то так.
Сегодня... Три дня отдыхаете. Да, я не знаю, я три дня не буду отдыхать. Сейчас Вика будет отдыхать. Смотри, какой ты красный. Потому что я загораю на даче. Из-за этого я и красный. А мамы нет вроде, да? Я же в платке была. Ну ничего, ты хоть в платке все равно хорошо выглядишь. Ой-ой. Да? Ну все, ждем мы. Ждем, пока еще. Отец у нас дома. Ну, отец у нас. Кто нас давно смотрит, да, знает, что он у нас плохо ходит. Поэтому как щелкает костер. Чего Сашонок там? Все замечтательно. Ты Джамшут? Да. Джамшут, когда шашлык будет? А, Джамшут? А? Скоро. Скоро? Давай кушать хочется. Скоро. Уже мы с слюнками тут с мамой. Ребят, запахи идут вообще, просто не представляете, вот через камеру передать. Это вот многие уже открыли шашлычный сезон, а мы только вот в мае. В том году мы открыли шашлычный сезон, по-моему, 14 апреля, когда мы убирались в домике. Но в этом году 2 мая. Ну, ничего страшного. Мы растянули удовольствие, так сказать. Ну, все, ждем. Жар хороший, Саш? Ну, давай, жар. Ребятки, шашлычок готов. А, красота. Красота. Присели. Открыли дачный сезон. Да. Давайте, наяривайте. Лучок мой. Кому? Кетчуп. Я тоже. Мам, будешь кетчуп? Что-то мы взяли кетчуп. Зачем брали кетчуп? Никогда его особо и не едим. Давайте с лучком. Ну что, надо налить. А вы пиво все? Нет, вон баночки стоит. Ну давайте по пивку. Сейчас. Мам, сиди, сиди. Я достану, что сейчас. Так. Короче, ребят, мы завтра не встанем, наверное. Да. Не знаю, нас слышно, не слышно будет, но что там. Ну, давайте, приятного аппетита, пробуем. Мам, тебе тоже чай? Ну, погода прям вообще благодать. Да? Жена. Давайте с открытием дачного сезона 2020 год. Ура! Дожили. Дожили. Мы дожили. Мама, ложечки нету. Вилкой. Потому что там я искала. Мягкий, прям вот с палочки вообще. Обалдеть. Наверное, не слышно будет, да, Саш? Ну, слышите, нормально, ждала, там все слышно. Вкусно очень. Короче, приходится кричать. Че, мам, не в уксусе? А? Не в уксусе маринованный? Не знаю. Да, не знаю. Но суховатый, да? Ну, потому что не жирный. Нормально. Нормально. Короче, свиной диетический шашлык. Без грамма жира.
Мы-то любим, чтобы пожирнее, шею всегда берем. Ну, ничего. И так вкусно, да? Чего вы молчите, как будто вас снимает скрытая камера? Ага. Ну, кушаем, что нам разговаривать? Мы наговорились до этого, а сейчас мы покушаем. Вы говорите, вкусно, невкусно? Вкусно, очень вкусно. Ну, хороший, по-моему, промаринованный. Угу. Не знаем, теперь на следующей неделе, наверное, приедем. Да, домик мыть надо все. И в огороде еще дел хватает. Хотим купить мотоблок, мотоплуг. Культиватор, короче. Все закрыты магазины. Ну, купим. Понедельник открывается. Понедельник, надеемся, откроется. Потому что вручную копать это вообще, ой-ой-ой. Нам даже не по 30 лет. Дождей нету. Сил нету. Только силы есть кушать, да? Да, у всех все заросло травой. Одуванчиков море. Мама поставила настой с одуванчиков. Навозом, да, вам? Самогонку будем знать. Золой. Будем гнать самогонку с одуванчиков. Не, настой идет, мы потом на подкормку. Ну ладно, мы кушаем. Всем приятного аппетита, кто тоже кушает. Мама смотрит на меня. Я говорю, она смотрит, думает, куда она там говорит. Сегодня отца тоже порадуем шашлычком. И Тобику, и Бобику тоже достанется. Не переживайте. Костями одними не кормим. Нет, тоже интересные люди. Что, собака кашу будет есть? Не знаю. Всю жизнь кости грызли. Саш, есть такие люди, просто кому как бы что написать. Мы внимания не обращаем. У меня стоит фильтр на комментариях. Если там идут всякие оскорбительные моменты, YouTube сам отправляет эти комментарии в спам. Чистит. Чистит. Когда такого не было, я, конечно, удаляла сама, потому что мне родители смотрят, а пишут такую гадость. Дай маме эту тряпку. Пишут всякую разную гадость. Да. Но Бог судья. Мы к людям как относились хорошо, так и относимся хорошо. Людей надо уважать. И относиться с добром. Тогда и в твоей жизни будет все по-доброму, по-светлому. Вот так что такие вот дела. Дама, никому плохого не сделали, ни у кого ничего не украли. Поэтому никому ничем не обязаны. И никому мы ничего не должны. Вот, поэтому Бог пусть всех простит. Мы прощаем. Да мы даже и не обижаемся. Ой, что-то я два куска, это... Это что-то как суховато. А ты с салатом. Салат.
ребятки, шашлык, во, во. Ну что, мои дорогие, вот и прошел наш сегодняшний субботний день, 2 мая. Наработались, налопались со спокойной душой. Сейчас едем домой. Всем желаю хороших дачных деньков, полезных деньков. Побольше вам, конечно, сил, чтобы освоить ваши территории. И, конечно же, нам поможет, не перестану, наверное, говорить о том, что нам поможет Вольтарен. После первого дня работы мы всей семьей подсаживаемся на Вольтарен. Так что сегодня будем мазаться. Еще лицо Сани вообще сгорело. Мама вроде шея у нее, но ее покусали комары. Комары полным ходом. Вот, стою вот около елочки. Вот, красавица елочка. Вот такая красота. В общем, всем желаю добра, удачи, здоровья. Пусть коронавирус быстрее оставит нас в покое, чтобы мы уже были, чтобы мы спокойно уже могли передвигаться по городу, на дачу, в парк, в парковую зону, потому что люди, у которых некуда выехать, нету дач, им даже нельзя вот выехать на майские праздники куда-нибудь на природу пожарить шашлычков. Вот, так что все. Пока-пока, до следующих встреч. Начались дачные влоги. Надеюсь, что вы останетесь с нами в этом сезоне, а мы будем для вас что-нибудь интересное показывать. Все, всем пока-пока.